11 апреля в селе Дмитриевка встретились ученики 5-6 классов и представители полиции. Поговорили о том, какие опасности подстерегают детей в сети интернет и к кому обращаться в подозрительных ситуациях. Кроме того, разобрали опасные ситуации на дороге и дома. А вот он, Катю, ты видишь Катю? Не видишь. Езжай вперед. Катя, иди. Вот. И что происходит? Ульяна, прошу прощения. Происходит авария, да? Также затронули и актуальную тему звонков о ложных угрозах взрыва школы. Выезжают сотрудники полиции, группа в полном составе, кинолог, следователи, оперативники, да? Дальше МЧС выезжает, скорая помощь, пожарная охрана, эвакуируются все, кто находится в этой школе. Представляете, сколько используется средств? Тем самым занимается время, которое сотрудники используют на работу, ту, которая действительно необходима. У кого-то что-то украли, нужно искать, кого-то побили, нужно спасать там, или еще что-то. А в это время сотрудники занимаются тем, что выезжают на это ложное сообщение. Такие встречи приносят свои положительные результаты. Дети доверяют человеку в форме и стараются запомнить полученную информацию. Здесь 100% попадание, когда эту информацию вам доносит человек, которому вы доверяете, потому что он является официальным представителем закона. Это очень качественная информация, она оседает. И я думаю, что я уверена, что дети эту встречу точно запомнят. Школьникам напомнили о бдительности, и теперь они лишний раз подумают перед тем, как нажать на подозрительную ссылку или завести новое знакомство. Ну, то, что не надо на лишних, ну, чужих сообщений отвлекаться. Не надо с чужими людьми, ну, встречаться, которые в интернете пишутся, которые ты никогда не видел. Ну, я узнал, что нельзя доверять чужим людям. Ну, если тебе напишут незнакомые, не добавлять друзья. Такие беседы планируется проводить с детьми регулярно, привлекая участковых уполномоченных полиции, чтобы дети были готовы к различным ситуациям и не боялись рассказать родителям или преподавателям о своих проблемах.